сотрудников пожарной охраны ГУ МЧС по Магаданской области с их профессиональным праздником поздравил мэр Магадана. Глава города вручил благодарности сотрудникам за добросовестный труд и высокий профессионализм. Или, может быть, даже дом его можно построить, но человеческую жизнь вернуть невозможно. И вы делаете все для того, чтобы минимизировать потери в городе Магадане и в нашем государстве. Желаю вам, чтобы и эти предстоящие праздники прошли для нас спокойно, чтобы пили чай, были в состоянии боевой готовности и как можно меньше было вызовов по экстренным вопросам. Еще раз вас всех с праздником! Также глава города в своем обращении к ведомству поблагодарил сотрудников МЧС за ежедневный подвиг, совершаемый во имя благополучия земляков.